Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 10 ноября. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Около луны круг к буре, быстрая оттепель к долгому морозу, ослабление ветра после непогоды к холодной погоде на следующий день. А какая же погода ждет нас завтра, 10 ноября? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Старый Двор Суздальского района Владимирской области температура воздуха опустится до минус 1 градуса. Правда, уже послезавтра плюсовая температура вернется, а с ней и осадки. В поселке Молочные Дворы Плавского района Тульской области 0 градусов. В пятницу встречайте переменную облачность. В общем, не лето и не зима. В селе Степной Дворец Кабанского района Республики Бурятия столбик термометра становится на отметке плюс 4. Ждать похолодания сельчанам пока не стоит. Наоборот, тепло набирает обороты. В селе Бобровы Дворы Губкинского района Белгородской области за окном плюс 1. Интересно, в такую погоду можно уже лепить снежки? Вот вы-то, дорогие сельчане, нам об этом и расскажете. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!